Нижегородка Анна Александрова принесла в копилку сборной России сразу две награды высшей пробы. Она стала сильнейшей среди спортсменок в весовой категории до 80 килограммов. Вместе с Анной Александровой золото в командных соревнованиях завоевала Екатерина Гордеева. Отмечу, что благодаря вкладу нижегородских спортсменок сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали. Событие, которое ждали любители гонок, состоится уже в это воскресенье. 5 августа на Нижегородском кольце пройдет третий этап Кубка России Midget Series Russia. Отмечу, что Midget – это серия французских гоночных автомобилей. Пилоты за рулем таких машин будут соревноваться в столице Приволжья впервые. Ну а гостей гонок ждет море драйва и адреналина. Судья спас жизнь футболисту. Первая помощь игроку потребовалась во время матча между командами 3-го дивизиона Польши. В игровом единоборстве Михаил Цувенский получил удар в спину и упал солнечным сплетением на мяч, из-за чего начал задыхаться. В течение нескольких секунд к нему подбежал арбитр. Судья помог игроку восстановить дыхание, после чего футболист смог продолжить встречу. На какие только ухищрения не идут тренеры, чтобы улучшить навыки своих подопечных. В итальянском футбольном клубе «Болонья», например, решили научить голкиперов ловить мячи со спины. Правда, у игроков пока не очень получается. Поговаривают, что такое упражнение ввели специально для Лукаша Скорупски, которого футбольный клуб купил за 9 миллионов евро. С Джиджи Буффоном не заскучаешь. Так прокомментировали это видео пользователи социальных сетей. Легендарный голкипер выложил на свою страницу фрагмент с посвящения в игроке клуба Пари Сен-Жермен. Отмечу, что исполнение песни – это обязательная процедура во многих футбольных клубах при трансфере нового игрока. Правда, о чем пел Буффон, так никто и не понял.